Всем привет! Меня зовут Полина Жеребцова, я живу в Финляндии, где получила политическое убежище, а затем финское гражданство. Я получила финское гражданство в столетие независимости Финляндии в 2017 году. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, и мы будем говорить здесь с вами о литературе, культуре, художниках, о том, что происходило в Чечне на самом деле, в Дудайской Чечне, Масхадовской, Кадыровской, и когда было время перемен. Я говорю о мирных жителях, о людях, которые не смогли выехать и переносили все страдания, находясь внутри котла, где нас забрасывали бомбами российские самолеты. Мы будем говорить с вами о регионах России, о России в целом, также о Европе и о жизни Финляндии. Всех благ! И да хранит вас Всевышний и направит на истинный путь!